раз. О, замечательно. Здрасте все. Привет. Сегодня мы играем хорошую, интересную инструментальную музыку. Вот у нас тут человек только что из Сочей вернулся, поэтому такая задержка, уж извините. Ну, до закрытия метро точно закончим. Thank you.
Thank you.
Вы еще не разбежались, это хорошо. У нас тут альбом, собственно, вышел на лейбле Artbeat. Спасибо большое этому лейблу. Кстати говоря, его можно прослушать на страничке. Ссылка у нас в группе есть. Ну а кто хочет промо-версию, вон у нас там небольшая стопочка припасена. Официальный релиз. Наверное, в следующем месяце все-таки согласуем. Спасибо, Artbeat. Со мной. Песня про Василия Шукшина. Thank you.
На предыдущем городе Золотой я почему-то объявил, что под следующий трек народ пляшет как под музыку дабстеп. Я не знаю, почему я это сделал, потому что дабстеп, конечно, здесь нет ни разу. Но почему-то пошло в народ. Thank you.
давно не пьешь, поэтому так плохо. Вот почему. До концерта, концерта, репетировать некогда. Thank you.
57 рублей 50 копеек.
Я еще настраивался, примерно такое настроение, осень, там вообще тоскливо, за окном дождь, вот следующее окно такое вот. Thank you.
Каждой новой песни аплодисменты становятся все жалостливее и жалостливее. И когда уже хочется заплакать, мы обычно играем ирландские народные песни. Thank you.
сегодня. Спасибо, вот такая вот ирландская штучка напоследок, вы замечательные, спасибо, увидимся, наверное, в сентябре, получается, ну, в августе точно ничего не будет, вроде как 17 сентября, здесь же это вторник, в рамках Prog Day нового сезона, да, вы не в курсе, да, ну, теперь, если кто-то хочет купить у нас альбомы, то обычно их можно приобрести у меня. А еще, если кто хочет завтра алкогольно угореть, приходите в алкогольный клуб Crazy Milk на Alka Band. Не помню, как он называется, но я там буду играть. 69 FM называется. Прочувствие звук мы уже забыли давно. Не оглохли уже.
По 20 секунд, правда, по очереди. По очереди. Я могу 2 часа. Нет, ну правда, ребят. Ну просто напись по очереди. Пиво поставишь? Конечно, не вопрос. Давай. Просто по очереди. Ну, я не понимаю, что такое по очереди. Thank you.
Начнется уже полноценные рабочие дни, и все будет немножко более хорошо и правильно. А, кстати говоря, у нас тут намечается запись еще очередная. О, вот, поэтому... Еще? Всем вообще прям интересно. Не, ну, к тому, что кому понравится наши 7 записанных треков, ну, вот будут еще там послушать. А я вот тоже хотел сказать, я сегодня проснулся в 10. А, нет, я хотел сказать, что... Я на самом деле был в командировке, но ради того, чтобы сюда прилететь, я сдал билет, взял билет на другой рейс и прилетел, типа, прям к концерту. Прям что? Можете меня восполнять. Мы сегодня в Инстаграме, он снимал Ясную Поляну с утра и выкладывал. Потом, опа, мы прилетели. Красная Поляна, чувак.